Звуки классической музыки, дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках. Так крымчане встретили День православной молодежи. Татьяна Сребняк и Александр Черных на Сретенском балу уже в третий раз. Молодой человек с детства мечтал погрузиться в подобную атмосферу, поэтому и костюм подобрал заранее, и нужные па разучил. Проблема как раз-таки общения молодежи через социальные сети очень актуальна для нас, и очень важно показывать в таких мероприятиях, что личное общение, живое знакомство намного эффективнее, намного приятнее с партнершей, нежели через социальные сети. Для православной молодежи Сретенский бал не только уроки этикета и развлечения одновременно, а и площадка для знакомств, где можно блеснуть как знаниями, так и умениями. На протяжении нескольких месяцев молодые люди проходили мастер-классы от опытных хореографов. Кадриль, полька и вальс – те танцы, без которых не обходится ни один бал. Но для тех, кто сегодня пришел неподготовленный, могут не переживать. Для них специально проводятся мастер-классы. Наталья Шестакова – большая любительница балов. В Крыму посетила 5 – в Ялте, Севастополе и Алуште. Сегодня здесь, в Симферополе, на Сретенском. Готовиться начала еще в январе. Платье шила сама. По душе эти балы. 19-й, 18-й век. Наряды очень красивые. Девушка, женщина, как бы прихорашивается, наряжается, платье шьет. Выбираешь себе по вкусу, по фигуре. Что-то добавляешь свое. Ну, в общем, модель, которая должна соответствовать 19-18 веку. Балы в стиле 19 века становятся доброй традицией. Они помогают развиваться эстетически, учат чувствовать прекрасное. Любую традицию приятно возрождать, когда она откликается в сердцах людей. Сегодняшний бал также является подтверждением традиции проведения сретенских балов. И этот бал приурочен к Дню православной молодежи. Участники признаются, только здесь можно повстречать столько галантных кавалеров и прекрасных дам в настоящих бальных платьях. Антонина Шитова, Сеть Мимет Кукчиев. Утро нового дня.